Здравствуйте, с вами Александр. Подстроил фокус на вот этих вот замечательных петуньях. На границах этого цветочка как раз замечательно видно, как оно все расплывается или нет. Экранчик у меня маловатый, солнце светит ярко, несмотря на все лайфхаки, приходится вот защищаться. Сегодня я хотел бы вам рассказать, показать небольшой репортаж о моей грядке для клубники. Изначально она планировалась таковой и строилась таковая. Но так как я очень болею и живу пермакультурой, конечно же, она не могла не превратиться в пермакультурную грядку. Итак, с чего у нас все начиналось? Начиналось, конечно же, с отсыпки. Вот я тут край начинал отсыпать. Кстати, вот предыдущий уровень земли, вот эта яма. Где вот здесь я стою, где-то у меня уровень, да чуть ли не в колено, наверное. Вот это все насыпное. То есть тут полтора десятка, около двух легковых прицепов всякой органики, которую я сюда привозил и отсыпал. Вот начинал отсюда, здесь даже навозные черви с яйцами, с коконами. Все как надо. Вот такая вот наша клубничка. 13 сортов клубники купили в местном питомнике соседнего района. Молодцы, они уже в этом году открывают свою площадку продаж. Там на трассе, как раз через Ольховатку трасса идет. Трафик неплохой. Вот такая вот клубничка. Лист она уже подняла. Вчера я буквально начал уже ее подчищать, но потом перебился на другие занятия и бросил это дело. Вот такая вот красота. Такие вот листики, цветочки, ягодки, да. Вот такая вот бусинка хорошая, красивая девочка. Вот это я вчера купил батат. Да, были росточки тут маленькие, нежные вот такие, да. Но в машине я их попек, в машине попек, тепло в машине было, да, попеклись. Два я вчера посадил на большом питомнике, а вот эти, думаю, ну парочку здесь где-нибудь воткнуть. Один муж там, вот там сеточка у меня есть, есть куда плестись. Да, черепашка бежит, на голос все собираются, да? На голос все собрались, да. Да, на голос все собрались. А вдруг и вкусняшек каких перепадет. Так, ну ладно, репортаж не о хвостатых. А все-таки клубники. Вот это вот петуньки. Вот парочка. Вот парочка. Вот парочка. И вот парочка. Также здесь у нас сходит падалищная кукуруза. Подсолнух. Сажал я фасоль. Супруга сажала горох. Вот это вот фасоль проклевывается. Ну давайте сейчас. Это в принципе так нормально пока. Вот она проклевывается, фасоль. Вот такая вот красота. Сейчас постараюсь нарисовать. Ой, какая красота. Вот такой вот это микромир. Вот это что-то еще всходит. Не знаю, горчица, садил ли я сюда или нет. Вот они, укроп. Семена разбросаны. Вот укроп я садил. Наверное, он тоже тут сходит. Или ему еще прохладно. Кукуруза набирает силы. Огурец, конечно, не выдержал жары и сгорел на солнце. Надо было садить в трубу затеняющую. Ну и, в принципе, семенами тоже посадили. Вот это валяется листик. Это я вчера вот отрывал, выламывал. Листья выламывать надо вот с этими вот местами. Полностью, подчистую. Иначе вот эти места потом загнивают. И получается прикорневая гниль. Гниль шейки. Да! Вот она еще фасолька. А вот еще фасолька. Фасоль у меня трех сортов. Есть еще четвертый, прислала мне зритель, подписчица, коллега. Вместе с кедровыми, да, орешками. Алла, тебе привет, если ты услышишь, знает, я тебе привет передаю. Вот он, еще один сгоревший листик. Да, по идее, нельзя выкидывать больные листья обратно на землю. Ну, в общем, я к этим правилам лишний раз отношусь скептически. Да, черепашка? Что ты, моя красивая, моя хорошая? И бусинка тут следом, все ходят. Да! Скажи, дай нам что-нибудь вкусненького похавать. Вон она, фасолька. Здесь также у меня через вот такое вот расстояние посажена картошка. Вот она вылазит. Вот она вылазит, картошка. Вот она, картошечка. Для чего это сделал? Тут как бы северная сторона склона, тут не будет прогреваться так грунт. Картофельные клубни
перестают расти при температуре свыше, кажется, 21 или 22. Смотрите, поднял деревяшечку, а там уже мицелий грибницы образовывается. В общем, вот такой вот симбиоз всего и вся живого у нас происходит в этой нашей пермакультурной грядке. Вот она, фасолька. Такая вот красота. Вот видно, фасоль. Собаки сходили, ходили, позбивали. Вот она, фасолька. Вот она растет. Это бобовые, азот фиксирующие. А вот это вот пруд дыни. Вот это дыни 100% сажал. Выберу потом самые сильные побеги, их оставлю, потому что, ну, в конкуренции это не пермакультура, когда вместе очень много всего насажено. Также вот присутствуют камешки, они аккумуляторы тепла и конденсата, да. Черепашка хорошая девочка, мур-мур-мур, мур-мур-мур, хорошая девочка, мур-мур-мур, моя красавица. Ой, а шерстюк из тебя летит, а шерстюк из тебя летит. Так, я думал, тут насекомые, нет. Да, и бусинка, да. А как это, бусинку и не погладили, да? Бусинку и не погладили. Да. Бусинка у нас кошка с характером, да. Вот он, еще один погибший огурец. Но я думаю, семян они вполне взойдут. Опять же, все эти лианы, они растут в полутени. То есть они в тени хозяина дерева или опоры. А потом идут наружу, выхватывают солнышко. Вот он, кажется, укропчик, да. Скорее всего, вот этот вот укропчик растет. Вот этот мелкий, вот эти вот меленький-меленький, это укропчик. Поначалу я считал что-то сколько культур, но потом уже сбился со счета. Вот она, картошечка. Картошечка уже повсходила. Потом как-нибудь подобью. То есть культуры постоянно добавляются, добавляются и добавляются. Как вот этот батат, пару клубней точно будут тут посажены. Ну и немножко показать по клубнике, а то побежал, как раз пару минут остается. Как мы ее чистим? Вот я, видите, все почистил. Корневая шейка вся чистенькая. Вот они, все листочки наверх, ничего вниз нету. И все обратно присыпал вот так вот сеном мульчой. Потому что клубника, вот там тоже в переводе с английского, с трав бери. Ну а по-нашему, с травы бери. Вот покажу вот на примере вот этого листика. Смотрите, кантики уже его там больные. Этот листик покупали мы, он уже был. Вот я его аккуратненько выламываю. Вот с этим штукой основание. Видно, нет? Вот так. Ну и кидаю вот так вот назад. На солнце пусть оно там выжигается. Так, смотрим. Остальные листики более-менее. Ягодка красивая, хорошая. Подкладываем под нее сено. Вот так красивая такая завязывается ягодка. Это у нас сорт Максим. Максимка вот такой красивый. Этот с ягодкой, с цветоносами. Этот нет, это чуть слабее. Под ним растет клен, саженец и амброзия. Так, переходим дальше. Это у нас сорт фигара. А ну что у нас фигара? Да есть пару клубничек, пару листиков нижних. Тоже сейчас вот выломаю. Вот видите, я его с основанием выламываю. Вот это надо все подчищать. Пусть вот эти вот уже сильные листья набирают силы, питаются. Каждый листик – это желудок растения. И поэтому лишний раз, конечно, без желудков его оставлять тоже не надо. Но когда у него есть новые хорошие желудочки, то уже старые такие больные хворы, ну, они уже сильное питание не дают, они его больше забирают. Тоже назад. Так, в общем, вот такой вот красивый фигара с такими вот ягодками. Следующий у нас румба. Румба. Вот такая ягодка. А, 51 секунда. В общем, ладно. Вырывать буду потом чистить. Хотел показать по ягодам. Вот так вот румба. Так, это у нас Алина. Алина, 39 секунд. 39. Тут спряталась. Хочу показать, ладно, купчиху Альбу. Мои два любимых сорта. Купчиха Альба. Альба, вот она. Висит ягодка, цветонос, ну вот убитый морозом. Она была одна из ранних, цвела первая. И больше всего пострадала от морозов. Много я цветоносов повырывал. Вот и тут вот такие вот клубнички, ягодки завязываются. И вот она по соседству купчиха. Купчиха, купчиха, нет, фаворит. Стоп, а где купчиха? Купчиха значит правее. Купчиха правее. Видать, Полина тут выдернула.